В Большенагаткинской районной больнице продолжается модернизация первичного звена. В этот раз закупили новый флюорограф. Раньше жителям, чтобы пройти обследование, приходилось ждать передвижной ФАП. Теперь же они могут сделать снимок легких на стационарном оборудовании рядом с домом. Это достаточно современный аппарат. Отличается низкой лучевой нагрузкой, высоким качеством снимков на уровне даже обзорных рентгенограмм, а также возможностью высокой скорости анализа и выдачи результата пациенту. Результат пациент получает уже через 5 минут после приема. Снимок можно распечатать, записать на диск или флешку. Флюорограф позволяет быстро определить пневмонию, туберкулез, доброкачественные опухоли и рак. Кроме нового оборудования, по программе «Земский доктор» в больницу были привлечены педиатр и врач-акушер-гинеколог. Ланда Шалимбекова после окончания вуза сразу решила, где будет работать. Большенагаткинская районная больница ее привлекла непосредственной близостью к городу и дружным коллективом. Я работаю здесь с ноября прошлого года. Первое впечатление в больнице произвела хорошее. Здесь хороший дружный коллектив, хорошее руководство. Пока все очень нравится. А другой специалист, Ирина Сотникова, имеет за плечами стаж 30 лет. Она перешла в больницу по приглашению от главного врача. О программе «Земский доктор» узнала только во время трудоустройства. Врач отметила, что подобные меры поддержки очень хорошо помогают в реализации своих задач. Это большое подспорье. Кто-то смог жилье купить, кто-то ипотеку покрыть. Это огромная помощь это со стороны. Напомним, что по программе «Земский доктор» специалист может получить единовременную выплату в размере от 1 до 1,5 миллионов рублей. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.